Это все та же великолепная Венеция. Город множество каналов. Видите, каналы реально просто заменяют улицы во многих местах. И выход из дома просто в воду. Или к воде. В лодку. Но я это видео решил написать совершенно с другой целью. Знаете, когда-то в этом городе была улица Куртизан. Очень неприметная, очень маленькая улочка. Ну, не скажу, что вот такая. Ну, примерно вот такая. По размеру, то есть. Но потом кому-то взбрело в голову запретить эту ситуацию. Ну, во многих странах это делают и по сегодняшний день. Результат известен. Увы, ситуация продолжается. Ну, я не знаю, как в отсутствии интернета куртизанки сговорились, но они решили ситуацию проще. Да, мудрые дожи приняли закон и запретили. Они решили по-своему, собрались и в один прекрасный день покинули Венецию. Зрелище было, по всей видимости, очень интересно. Потому что через 3 дня куртизанки просто легко и просто в гондолах вернулись в город и взяли его по новой. Взяли его фактически без единого выстрела, но под громкие звуки оваций, связанные с их возвращением. После этого больше никто не пытался запретить эту ситуацию в Венеции, но решили все-таки узаконить. И решили очень просто. Женщины, куртизанки, должны были просто носить более активное декольте. То есть у них должен быть очень серьезный вырез на груди, который обнажал грудь. С одной стороны, это отмечало женщину, с другой стороны, я так понимаю, повышало ее востребованность. Потому как все большее количество мужчин хотело познакомиться с такой женщиной. И это правильно, потому что если есть инь-янь, если есть мужчина и женщина, то общение между ними должно быть. И должно быть как можно более часто, учитывая физиологию, учитывая уровень здоровья человека. Иначе у мужчин возникает как минимум застойный простатит, у женщин мастопатия, фибромиома, эндометриоз. Любой вариант возможен. В случае, если нарушаются законы природы и живет отдельно от ян. Я вам такого не советую. Если у вас есть какие-то из обозначенных проблем, без проблем, становитесь подписчиком моего канала, смотрите видео на интересующие вас темы, их уже более 500. Бонус бесплатный для подписчиков канала. В вашу почту будут приходить уведомления о новых видео, которые появляются на моем канале. Они приходят на разные темы. Я пишу на разные темы, связанные со здоровьем, с путешествиями, с жизнью в различных климатических зонах, потому что далеко не самая простая ситуация. Я выбрал очень комфортное место, как видите, здесь тенек и безветренно. А Венеция достаточно жаркий город, и ветер здесь очень часто. Поэтому, чтобы приехать сюда и наслаждаться этими видами, нужно иметь достаточно приличное здоровье. Чего я вам желаю с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Я это видео буду заканчивать. А вы не потрудитесь поставить лайк на него, отправить своим друзьям, знакомым, родственникам. Я думаю, что им тоже интересно будет и Венеция, и здоровье, и другие ситуации, связанные с жизнью на планете Земля. До новых встреч на моем канале.